Если вы живете в городе, то наверняка вы частенько переходили дорогу. Но задумывались ли вы, какой опасности подвергаете свою жизнь, просто пересекая проезжую часть? Все зависит от того, насколько вы хорошо знаете несколько простых правил перехода дороги, которые могут спасти вам жизнь. С самого детства нас учат, что переходить дорогу на красный свет запрещено. Хотя некоторые люди брезгуют этим правилом, большинство пешеходов все же предпочитает подождать, пока загорится зеленый. Правило о том, что при переходе пешеходного перехода сначала нужно смотреть в левую сторону, а потом в правую, известно каждому ребенку. Но стоит хоть один раз в жизни пренебречь этим важнейшим правилом, и это может стать для вас роковой ошибкой. Не верьте зебре на асфальте. Не верьте светофору. Не верьте водителям. Всегда оглядывайтесь по сторонам. В случае ДТП, конечно, виноватым окажется водитель. Но какой в этом толк, если вашей жизни угрожает колоссальная опасность? Никогда не спешите, когда переходите дорогу. Даже если вы опаздываете на важную встречу или боитесь упустить последнюю маршрутку, не спешите. Лучше один раз опоздать, чем не прийти никогда. Если вы надели темную одежду и решили прогуляться в дождливую погоду по ночному городу, бдительность должна быть вашим спутником, потому что водитель может вас не заметить. Старайтесь быть заметным. Носите одежду со специальными элементами. Или используйте фонарик вашего смартфона. Держите его включенным в сторону водителя во время перехода дороги. Правил дорожного движения не так много, но знание этих правил убережет вас от опасности быть сбитым машиной.